Так, это мы, получается, идем час 30. Ну, сейчас здесь с первого трая все захуярю, то нормально. Так, 5 хило вы вывезете там или спекать 6? Да давай я просто на престол залезу. Ты уверен? Почему нет-то? Ну давай, похуй. Специально, чтобы ты его завтра на престол не посадил. Да, не надо, у него он все КД словит, оставь его так на шамане. Уши манит. А я тебе с кем связал? С магом, да? Не, ну. Твинк к твину. В черепок пошли. В черепок уходим. Надо сделать так, чтобы ты ЕП за этот рейд получил на приста, а завтра получил на мага. Так что все правильно. Значит, пора на приста. Лист никуда не сбежит, а шаман только один. Ты там не со мной трахти, а хиль. А это дальше кинуть щиток, молитву, исповедь. Ну и все. Все, возвращаемся в центр. Почему Равист отъехал? Ну, он стоял, наверное, с меликами. Ну, он завелся. Завелся. А когда завелся, делать уже нечего. Надо отъезжать. Интересно. Там мобы, блядь. Там игрушка выпала. Дай он мордаун по ее. Оставь себе. У меня такая есть уже. Ну, истории нет. Я что, я прослушал, я на пристав захожу или нет? Да, заходи. Блять, у меня игра залагала. У меня 8 кадров было. У меня было 0,8.
За что 10%? Хилят, пацаны, работают. За хил. Я тоже могу ментами похилить. Ну там 5% только. Блять, так-то у меня бинты есть, что молчали. За что дополнительные ИП? Так у меня бинты эти улучшены. Не-не-не, там про спек хила. Бинты. А у меня там спека лема есть и что? За лема бонусов нет. Как 30к на нем дашь, так будет бонус. Чего, прошли все? Синдра лич остался. Давайте, А потом эти пристрелы ставят ДД-шмот. Я выродил по роллу, не надо грязи. Вот если бы сейчас бы тебя здесь забрал бы шмот, ладно, там еще можно было. Что типа суммона? Ну обобьем. После целка никуда не собирайтесь. А ну бы убить надо. Туда пойдем. Окей. И потом конкурсы. PvP конкурс? Ну, возможно, если людей наберется. Пофанимся. Ну, из PvE конкурсов я не знаю, блять, какой. Ну, манекен бить наспор. Кто больше даст. Можно какой-то РБК инст пройти на скорость. Тотем убирайте, заходите к воротам. Можно дуэль в ПВЕ шмоте. Че, РБК инст на скорость, че собираем? Остал спать? Ну, наверное, без снеговика, но... снеговика на скорость. Я за снеговика не шарю, там не было. Не надо гайд рассказывать, что там делать. Так, сумоньте не люблю. Не, на снеговика бы нормально было. Там все на, в одинаковых условиях можно устроить. Блять, близко, сука. Заморозится нахуй. Так пойдет. Сейчас там все рогами что ли бегают, я смотрю. Жрите рыбу. А на да, снеговика. Прошлый это год они слабенькие были роги, только то, что быстро бегают. Локи были в прошлом году хорошие. Ну вот я тоже локом проходил, они хорошие были. Я ты книгу призы, пожалуйста. А, бичи стоят, блядь, не тыкают нихуя. Дайте, пожалуйста, рибов, люди добрые. Пришел сумон, не? Нет, нормально. Ну тогда релога себе хуй знает, нахуй. Не-не, сейчас он мне просто пришел. Мордаун. Сумончик бомж, блядь. Я забыл про эту фишку, что на это нельзя переключаться. Здесь тут. Отсутствует крузис, мне я понял. Крузис. У меня сапрота нет. Ты похуй. Принимайте готовность. Кто-то в десятку пойдет на двух боссов? Дайте лапу. Пулка. За квестом. Чё? Не, мы нубы же. Пошли запускать. На два босса?
Бабочку или герман? Но Дарнавана спасти, я так понял, все, да? Угу. Ребро и леди убить, да? Да, и все. Ребро не убивается. Ребро ломается. Финку под ребро. И повернуть. Жестко. Скоро притяжка будет, смотрите. Беги, малышка, беги! Гена банан, нахуй. Как дела у тебя? Сука такой пишет. Куда ты звезду выбежал? Зачем? Ладно, похуй. Нормально. Срез его. Еще шанс тебе даем. Отбегаешь, значит, стойку защитную включай и вмешательство делай своего игрока. Ты где-то далеко, я что-то не вкурю. Где он там? Под мордой был. А вот, все, фулл баф. Скоро притяжка, мы готовимся. Рови стресса им от Фокса. Индер ему тоже закинул. Убав по от Фокса. Метки вниз. Вдвоем не стойте, блядь, дамаг двойной получите. Алло, блядь. Ну, нормально. Который вот стоит там, где я прыгаю на присте. Вот оттуда синий шагу. Красный. Чего, кстати, в 24? Угу. Тебе нужна помощь? Ну, давай зайдешь. Кем хочешь. Не знаю, кого завтра будет не хватать. Видон вроде сказал, будет. Лучше балом, чтобы завтра ты Лемом подамажил. Если хилы будут. А что сегодня? Танки есть? Фаза. Так, фаза. С первую звезду сразу разбить, милики ушли. Прекращаем стакать. Все, стопнули. На фул его захиливаем. Бич упал, лестница. Бич упал. Какой бич? Чуть не умер, ё-моё. Блять, ты почему ты упал, блять? Куда? Вот так получилось. Не так ужал. Это хуево получилось. Так, будет притяжка. По это. Где он лежит, нахуй вообще, блять? Далеко сразу. И Мэтт Фокс сдох, нахуй. Вы совсем ебанулись? Вадикон. Динер, быстрее по кресту. Ресай Мэтт Фокса. Не бейте, не бейте! Или что это? А, Вадик, вперед, пройди.
сука. После притяжки две разбивайте, вадик он мудфокса. Сейчас мордаун турец. Я далеко там очень сильно, лучше не стоит. Он за синдеры. Хуй. Дай синдер, пожалуйста. Вставай быстро. Хиль себя, ёбаная. Чё ты стоишь, вар? Это что? Вар стоит, босса бьет. Мудаки, разбивайте склепы, забив... следующий в сторону. Вар нахуй, гена банан нахуй. Да. В сторону вынеси. Все, по боссу бьем пока. И сразу эту РДД разбиваем в сторону, которую вынесли. Свищните, кто это там? Следующую звезду ставим. Будет... Отошли от босса, отошли от босса. Так, эту разбиваем. Сейчас звезду ставь, Седжу. И следующую опять туда же ставим, будет притяжка. Разбиваем. Ману как-то рез эти гимны там дайте, я хуй знает. Следующую гим сдал. Звезду будет притяжка, давайте. Кто там? Святос вперед, захилить его. Не бейте. После притяжки уже разобьем. После притяжки готовьтесь, потихоньку убивайте. Все, фулл ДПС разбили. Следующую звезду опять сразу разбить. Здесь еще одну, и потом уже в сторону начнем. Вар звезде стой. Это последняя звезда. Сейчас его разобьем и уже все в сторону остальные начнем. Все, эту разбиваем быстро. И давайте уже Геру. Все, Гера фулл ДПС. Так. Массы вы отдавайте там эти. Массакры. Если что. Два ляма сейчас должен добить, в принципе. Чуть-чуть перестакало. Ебать. Ебать. Как он в уши дает, да? Ты так не мучи, блядь, больше. Это пиздец. Привыкнешь. Жестко. Как будто какой-то этот, блядь. МДК. Самолет какой-то взлетал. Что у нас новый мейн БДК? Ну что, по сути, челик танчит, хули нет. МДК. Вот тебе клык, видишь, как... Я всем, я понимаешь, я всем всегда объясняю, нахуй, не ебите мозг, нахуй, делайте танков хилов, нахуй. У вас будет, да, у вас будет, сука, шмот, у вас будет, сука, и вы сможете ДД спек одеть, но все равно танч хилить надо. Потом, блядь, танков хилов появится, ну какие-то там, кто-то, вот я тоже могу спекнуться. Потом подамажишь, блядь, ДД соберешь. Шмот от вас никуда не убежит, но зато ты в рейде нужен, блядь, тебе шмот сыпется, нахуй, ебать кайф, нахуй. Это, если у кого чужой погорит, это с локна можно списать всю вот эту херню. Ну, типа, чтобы там... Это... Ну, но у меня там констабль, ты... вот. Забей, ты понимаешь, что ты танчишь? Там, ну... Не, ну, может, кому обидно там. Некто на оф полутают в другой раз. Ну, там 50-10 нажимали, но ты как бы танчишь. Они потанчат там другой раз когда-нибудь. Ебать. Когда? ГДК 259. Это сумуняти там? Так, что ты, Лингрен, зайдешь? Ну давай, я уже выиграю. Красиво выглядит, да, Никита? Что красиво выглядит? С ключиком. Сейчас мы притона уберем. Сумуняти, блядь. Ну статы 228 пиздец. Я думаю, я Вальку сагрю, блядь, когда буду бежать. Ну, это, диспельщики там. Два приста, блядь, многоуважаемые, блядь. Я думаю, вот здесь диспельте чуму, блядь, с ДК. И с челика, который выносить будет, не дожидаясь смерти его. Любишь, и ты диспелит. Я понял. Так что вы там сумонете или что? Там есть что-то? Сумон какой-то, какая-нибудь такая хуйня есть? Ебать, я тут стою, блядь, на ледяных ловушках. Я уже хочу оно бы убить. Ну чё там есть? Хожу медленно, да. Да. Всё, два сумона. У нас, ребят, есть сейчас кто на микро ЛМ ПВПшный, кто потом после ЦЛК может двойку помочь апнуть? 1800, 200 рейтинга. На дестрику. Я в такой хуйне не разбираюсь. Так, запускаю сразу. Кто не знает тактику, тот пидор.
поэтому у нас рейд натуралов. Осуждаю, блядь. Поэтому у нас рейд натуралов. А, рыбёхи не ели, да? Так, рыбку. Вот рыбёха. Не, не ставь, блядь, да. Не едят. Ты уже поставил. Ну ладно, спасибо. 10 минут, надо успеть за 10 минут убить лича, потому что у меня фласка заканчивается. Потом я меньше дамажить стану. Перерыв? Ты угораешь, блять? А нуба мы когда будем бить? Максимум 5 минут. Чай там налить, поссать. И летим в этот, в ВВК на... Там может что-то еще зайдет, поможет, но я не знаю. Надо желательно хорошая пати. А на Ануде я там... зайду. Там же один танк. Нужен. Я не видел, что Локи порталы поставили. Локи, алло. Алло. Это. Там нужно три танка. Вот как раз вот эти два ДКшника сойдут, а я босса подержу. Так, вот где шаркарь появился, там его держи. Да, да, блин. Нормально. Чуму туда выносить будем скоро. Сейчас смотрим, чуму на ком. Так, шаду выноси. Ты, да. Поближе к мобу подбегает, он в пустоту здесь палится, просто исчез. Уйди, уди, уди, уди. А с тебя сняли уже, убегай. Али, ты что, не видишь, когда она снимается с тебя, братан, брателла? Вуду поставь. Вы когда играете, вы должны понимать, что происходит. Вот с техника. Вот. То, блин, играйте как слепые котята. Чума, 2 секунды, готовимся. Лингрен. О. 3% до фазы, готовимся. Скорее всего, следующую чуму не успеет кинуть. Вот ашаркаря вызвать успеет. Нет, не успел. Хорошо. На край идем. Можно по шаркарю задотать, нормально, быстрее сдохнет. Подамажьте в шаркаря тоже. Все, диспо. Все нормально. Так. Инрок, мордаун-то дал. Остальные друиды сейчас инерки все раскиданьте по хилам, кто просел. А не, меня-то не надо, я потом сам становлюсь. Я уже дал, уже поздно. Техник, сюда иди. Техник. Саша, техник. Чего? Я не понимаю, вы там базарите много. Беги к Вилаше, беги к Вилаше. И гневного тоже мясни танчи. Нормально звучит техник, блядь. А тут техноксик какой-то, блядь. Хуй прочитаешь. Забираю его себе, гневного. Все, под ебалом гневного не бежать. Я понял, нахуй, бичи. А развернули его в рейд. А, блядь. Ну. Да надо сбоку. Не надо. Блядь. Я первый раз. Ясно. Вайпнул рейд, считай. ГП, блядь. Чё дальше делать? Все, хуярим босса. В спине стоим. Три вальки хватает, бьем вальки. Право-лево расходимся, сейчас оскорнение 7 секунд будет. Под вальками в центре нельзя наливать. На ход движения валик и в центре нельзя наливать. Все, оскорнение. На мне вот это шли. Следующее будет, значит, вальки будут хватать. И будет одновременно лужа. Будем разбегаться на рейндж. То есть РДД уже можете на рейндж стать? Не савилаши стоять, жнеса ловить, да? Он нет. Делится, нет? Нет, стоит за, на железном кольце, на круге. Если он сдохнет, стаунтишь. Просто смотри, если он сдохнет, стаунтишь, и все. На рейндж вышли, милики вышли. 2 секунды осквернения. С центра все ушли. Танк тоже готовься, может тело уже быть. Так, отошел, блять. Да, унесли там две вальки. Все две вальки бьем эти. Робик застанете. Так, а ту разбили, все нормально. Теперь с центра все уходим. Сначала будет оскорнение, а потом вальки. Сначала все за круг выйдите, с центра выйдите, блядь, все.
На полукруг растянитесь. Смотрим, на ком черепок будет, готовимся. Это что, две лужи на мне подряд было, что ли? Да. Так, теперь возвращаемся в центр. Возвращаемся. На ту сторону переходим. Вот где сова бежит. В эту сторону лететь будем. Примерно в портал. Все, фулл ДПС по валькам. 5% до фазы. Этих валик бьем и переводим меча. Фулл ДПС по валькам. Искорнение 5 секунд. Немножко готовьтесь, искорнение будет. И на край идем с лечом. На край идем. 3% полечу, фулл ДПС. Черепок отошли. И к лечу идем, и к лечу. Круги там не наматывайте, к лечу идите, уже сейчас переходка будет. Сдохните там в центре, блядь. Быстрее, быстрее, на край идем. Готовьте незыбку, массакру. И захиль тереть сейчас, пока он зиму не пустил. Все нормально. Запрыгиваем. Так. Хорошенько там агро набирайте. Элем, там пироманша и хант по сферам помогайте играть. И сейчас в два раза больше летит. Не сорвите, вепнется весь рейд, блин. Все сферы сейчас повернулись, все РДД без исключения. Быстренько, быстренько. Все, теперь дух отдушим. Сейчас челика будут в комнату забирать 5 хилов. Особое внимание. Все. Давайте Геру. Шадо пока в комнате. Там красного духа убьешь. Сбить каст красному духу, когда будет каст оковами. Священными оковами собьешь. Оскорнение секунды. Разбежались. Оскорнение секунду. Все, прячемся. Немножко отведи лича от лужи. Прячемся. Жнец прохиливаем. Духи летят. Жнец, жнец. Ну захильте, ебаный. Крази, сука, ты танк, нахуй. Бомж, блять. Ты не можешь к личу подойти спрятаться от духов, блять. Или ты не понимаешь нихуя, что происходит. Дай теперь особенный нерв не любишь ты. Блять, Кразис, нахуй. Как дела у тебя? Уже перебегаем. Пошли, пошли. Добегаем отсюда. Искорнение 5 секунд, готовимся. 4, 3, 2, 1. Искорнение разошлись. О, зачем? Все, идем, идем к лечу, прячемся. Гена банан, нахуй. Как дела, блять? Рывка нету, да? Увеличать чаржнуться. Пиздец. Захиливайте, шмана. Все, уже уходим отсюда. Уже уходим. Искорнение сразу будет скоро, через секунду. Убегай, служи. 3% добиваем. Да, перерождение можно юзнуть? Попробуй. Когда дебаф пропадет. Дебаф меча, когда пропадет, тогда можно будет. Ну там он ресает, веселить зачем? Ну я попробовал. Не получилось, да? Не фартануло. Лича не наебешь. Там же написано в дебафе. Воскрешение невозможно. А сколько танку мастерства надо?
Войд. 26. Чё? Один босс плюс 500. Лингер. 56. Да я тебе это... Я тебе... Не понял. А, я что-то... Ну ты же сам написал правила. А я фул на тебя. Да, ты написал как, типа, 500 за, типа, замену. Ну, если ты вступаешь в рейд, то, типа, за одного босса. Ну, так. Сколько боссов прошел. А, ну да. Так. Тогда получается, что эти 120 кидал. Ну, давай 400. Сколько? 380. Добавим. Не, отнять там что-то надо. И добавить. И отнять 1050, да? А, ну или так. А, подожди, это 500. Подожди, что-то хуйню мучаешь. Из-за лича 150. Сколько ты за босса берешь, ты лича? 150 лич, вот еще 150. Ну вот 650 надо было и все. Да все, я уже намутил. Все, я, да. я тебе до этого 120 давал, и потом еще всем 250. Угу. Ой, прикинь, шапы. ЗРС и ЦЛК. Так, а ты там и там на руге был, да? За шапы я не смогу, я завтра буду собирать ЦЛК. Ты сейчас был на руге, да? И там, и там. Да. Так, это получается 1950, да? Минус 1950. Хоть бы сказали, что там выпало. Арбалет, Глора и два... Токена, сам понимаешь. Ну, Глора, этому ДКшнику танку. Нет, нахуй это, как он называется? Ну, ханту арбалет закидываю. Святос. Ну, если хант уступит вару, я не знаю. Святос так-то редко играет. Чё ханту закидывает? Он и выше. Так, Глора. Он пусть Глору себе берет. Так чё, может есть маги пвпшные, лемы, роги? Маг есть, такой даже бичевский, где-то 215-16. Ну, да, тоже маг есть. Нет, но... не серьёзно. Хочет рейтинг капнуть, а не слить. Так. Так, летим на нуба. А ты кто, шаман или кто? Дестрик. Дестрик? А 8, чё? А8, А7. А7. Будет у тебя косарь там требует.